Привет, друзья! Хотел снять тест вот этой вот фрезы. Резкость. Обзор на эти фрезы есть. Хотел обработать вот такую вот березовый капосудель. Но не получилось зажать, пришлось попробовать изготовить так эту фреску. Прижим такой вот эксцентриковый. Полное видео по изготовлению этого прижима я ссылочку или в описании оставлю на Яндекс.Дзен. Или в закрепленном комментарии. Сделал вот такой вот прижим, но чутка неудачно все получилось. Обрабатывал вот такой вот однозаходной фрезой. Ну, там в полном видео, в общем-то, видно на фрезы. Ссылки точно так же в описании оставлю. Заходите, смотрите этой компании. X-Can. Вот я же у них такой наборчик покупал. Все, в общем-то, есть. Ну, а ссылки на фрезы будут. Там, допустил тут кое-какие ошибки. Сейчас работаю над исправлениями. Как говорится, сначала читайте инструкцию, а потом что-либо изготавливайте. Да, нашел вот такой вот зажимчик. По размерам, ну, давайте сейчас пробежимся. Так, на, там у меня на 40 получается, да, кто увидел ошибку, пишите. Так, 40, здесь 85 длина, и на 40. Ну, и сделал еще подложку, не стал. Скорее всего, что сделаю жертвенный стол из фанеры. И в нем потом набью отверстий. Вот так крепится. Где же у меня шестигранник? Крепить можно к рельсам и так, и так. В общем-то, в полном видео посмотрите. Ну, а так буду переделывать. Работу над ошибками сниму. До новых встреч. Пока-пока.